Друзья, всем привет! В моей мастерской долгожданное обновление. Это круглопильный станок GIB25102. Приехал в двух коробках. В верхней коробке это алюминиевые направляющие. Ну и в нижней коробке сам круглопильный станок. Теперь давайте приступим к распаковочке. Где-то я буду озвучивать, ну а где-то будет играть просто музыка. Давайте приступать. Поехали! Итак, достал все, что было в коробках. Здесь у нас инструкция, угловой упор. Это крепление для колес. Также два вкладыша. Один для дисков DADA и второй для обычного. Расширители стола, толкатели, две крышки, основная и от двигателя крышка. Также два штурвала для подъема диска, опускания и для наклона диска. Защита для диска, мобильная база колес. И также мне понравился вот такой вот блистер, где запакован весь крепеж. Очень удобно, ничего не рассыпется. Ну и сама клавиша включения. Провод, кстати, здесь довольно-таки длинный и очень мягкий. Друзья, сейчас буду устанавливать пильный диск. Нового, к сожалению, у меня нет. Взял от старого станочка, но вроде он хороший еще. Сейчас хотелось бы рассказать про посадочный диаметр. Посадочный диаметр вала составляет 16 мм. Но в комплекте есть вот такой вот фланец, который позволяет устанавливать диски с посадочным диаметром 30 мм. Для чего это сделано? Здесь можно устанавливать диски DADO, а они идут в основном 16 диаметра посадочного. Поэтому сделали вал 16 диаметром и вот такую вот проставку, чтобы устанавливать диски с 30 посадочным диаметром. We'll be right back.
Получилось небольшое видео, сделали с вами распаковку, сборку, ну и конечно затестили наш станочек. Станок меня устраивает, и давайте пробежимся немножко по техническим характеристикам. Мощность двигателя составляет 1,5 кВт, максимальная пусковая мощность составляет 2,25 кВт. Максимальная глубина пиления при 90 градусов составляет 82 мм. При 45 градусах составляет 58 мм. Максимальный продольный распил справа от диска составляет 787 мм. Слева от диска составляет 425 мм. Основной чугунный стол имеет размеры 508 на 687. Вместе с металлическими расширителями составляет 764 на 687 мм. Размер самого собранного станка составляет 1450 на 800 и на 935 мм. Вес станка составляет 120 кг. Здесь большой плюс для меня играет то, что станок находится на колесах, на такой мобильной базе. То есть мы можем спокойно переместить его по мастерской в любое нам нужное пространство. Это я считаю большим плюсом. На этом, я думаю, будем заканчивать. Еще раз повторюсь. Станок я покупал в компании Harvey Rus. Ссылочку оставлю внизу под описанием. Можете пройти и ознакомиться более детально с техническими характеристиками, а также узнать актуальную стоимость. Ну а мы на этом будем прощаться. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!